Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании и код дружбы 5B0F59, добавляйтесь в друзья, буду рад. Итак, что у нас идет? У нас, по-моему, последний день уже идет акции, да, остался один день зимнего веселья. Я вот здесь насобирал сколько примерно, 528 дракончиков, то есть, ну понятно, 700 я насобираю без проблем. 1000, скорее всего, насобираю, 1200, не уверен, что у меня все получится. Поскольку я, получается, пропускаю половину события, потому что у меня как раз где-то в час ночи, то есть начинаются новые 6 часов. Я, естественно, в час ночи уже сплю. Оно заканчивается в час ночи. В 7 утра я еще тоже сплю. И вот, в общем-то, я пропускаю вот это все добро. С часа ночи до 7 утра я пропускаю. А, не, в принципе, получается, я только одну, наверное, пропускаю. Ладно, тогда все нормально. Ну, вот такая вот у нас, короче, штукенция. Давайте мы потратим здесь тыщеночку какую-то очечков. Так, княженцы. Княженцы — это всегда хорошо. Как говорится, учение свет, не знание тьма. Как-то так. Так, вот сюда, вот сюда. И еще книжечка. Книжечка и корона. Шикарно. Так, ну давай туда, наверное. Отправим. Так, вот сюда. Книжечка, книжечка, книжечка. Так. Вот, вот, смотрите, прям собрался весь дракончик. Так, а кристаллы. О, точно, вот, наконец-то кристаллы кому-то понадобились. Два дракончика готово. Вот ты готов, вот ты готов, вот ты готов. Хорошо, пошли. Так, ну я помню, что мы первый раз тратили около 3000 очков, и там получилось сколько, 200 или... Короче, много довольно дракончиков получается на 3000 насобирать. Так что... Ну хотя... Ну... 500... Ну штук 200-300, наверное, с 5000 можно насобирать. Так что... Тыщеночка у нас будет. А там посмотрим. Так, как говорится, я придерживаюсь своей стратегии, да, стараюсь заполнять, ну, третью ячейку стараюсь не заполнять, пока она не появится, чтобы было вот так вот как-то видно. Видно, куда что можно направить. Так как-то повеселее получается. Так, вот так, вот так. Ждем появления нового дракончика. И смотрим, что нам нужно. Ключики нам не нужны, а вот голова нам нужна. Берем тогда отсюда вот. И вот так. Ура! Смотрите, у нас три разных. Везде нужны короны, представляете себе? Три дракона везде хотят получить короны. Но мы снова собрали нового змея механического, да? И ура, ура, мы распетляли всю эту картину. Так, и тут опять короны, короны, короны. Нам вот эта штука больше понадобится. Ах, нет, 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 ну ладно. Что-то я перепутал вот эти два значка. Но он тоже пригодился. Так, ну и мы попадаем, наверное, в тупик. Хотя нет, может, спасет нас этот дракончик. Да, он нас спасает. Вот корона, вот книжка. И никому не нужен ключ, печально. Та-дам! Еще один ключ. Вот туда, вот... Блин, надо было сюда. Вот я ошибку, да. Нужно было не сюда бросать, а сюда бросать. Вот так. Вот так. И вот так. О, распетляли, ребятки. Ключик. Кто хочет ключик? Все хотят ключик. Абсолютно одинаковый набор был. Вот так. Вот так, вот так. Увы, увы, увы. Так, мы приближаемся к 600 дракончикам. Наверное, на 600 мы и закончим, да? Чтобы вас не утомлять. Тем-тем-тем-тем-тем-тем-тем. И книжки никому не надо, к сожалению.
Готово. Так. Апекс. Был дракончик у нас такой. Монстрик, точнее, был такой. Апекс. Корона нам не надо. А вот эта штука нам надо. Потому берем из первого. Книжка. Книжка нам надо. 574 дракона. 575 драконов. Корона, ключик. Бюстик. Увы. Готов. Один, два, три, четыре. Так, ключик, ключик, ключик. Кому дать ключик? Давайте посмотрим. У нас тут есть ключик. А, вот смотрите, ключик, корона, ключик. Вот так мы распетляли. Книжечка. Алмазик, ключик. Тоже демону, все правильно. Демону отдали это. Так, и короны. Ну, тут с коронами беда. Короны, книжки. Лучше пусть будет книжка, потому она еще и бургеры собрали. И собрали еще... Если правильно все распетлять, то получается очень даже ничего. Давай туда. Шишечку, конечно же, шишечку соберем. Так, короны, короны, короны. Ключик, ключик, ключик. И все, и тупик. А, мы уже 602 дракона насобирали. Точно, точно. Все. Лимит мы с вами выполнили. Ладно, тогда давайте перейдем к нашим делам насущим. 600, то есть, как бы, мы потратили сколько? Где-то 1000 очков. И это получилось, вот у нас, до 600 добраться. Ну, то есть, еще где-то около 200 драконов, да, можно здесь насобирать. Неплохо. 600, 700, 800. Не знаю, за день получится ли набрать или не получится столько. Фух, так. Ну, а, нам еще тут 1800 привалит, то, надеюсь, мы до шишки доберемся. Блин, ну тут 500 кристаллов, блин, это было бы круто. Но это нужно было по ночам ставить, конечно, таймер. Я бы так сделал, если бы были каникулы. Но у работы каникул нет. Потому нужно спать. Так, что у нас тут идет? Целых 4 задания мы можем здесь забрать. Так, подарки друзьям. Ну, это подарки дарить это всегда хорошо. Так, давайте. А то все время первым попадает. Давайте с конца как-то начнем. Распетляем немножко подарочков. Вот так вот. Тоже не забывайте это делать. Опа. 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 И битвы на арене. Ну, давайте. То есть 5 битв. Сейчас я смогу выполнить 4. Я нахожусь на слабой арене. Потому мы здесь легко все сейчас быстренько за пару сек распетляем. Так, давайте. Бесплатное обновление, чтобы нам тут слабенькие попались все. И будем атаковать. Так. Там 61 уровень дракона, интересно. Я его могу пробить. Посмотрим, сколько там на нем звездочек, ради интереса. Так, 61 на одну звездочку. Давайте посмотрим на него просто. Любопытно все-таки. Вот кто, да? 61. Сильной атаки против него нет. Интересно, он за один удар завалит моего дракона какого-то? Нет, не смог он этого сделать. Давайте, может, его ошарашит. Не ошарашило. Высосим из него немножко жизни. И добьем. А, прикольно. Да, 61-го. Сложили.
Отлично. Ну, еще один бой нужно будет выполнить. И все у нас получится. Так, что у нас тут даже? Счет у нас ученика. Программа обучения была успешно пройдена благодаря вашему экспертному сопровождению. Ну, ничего себе! Это свершилось чудо. Так, у нас теперь Эклипсис на обучении. И давайте дадим ему какое-то задание. Повышать уровень дракона. Это всегда хорошо. Также не забывайте вот этой штукой пользоваться. Не знаю, правда, как этим можно пользоваться. Но я думаю, вы научитесь. Ура! У нас, ребята, первый выпускник. Даже надо сделать скриншот. Лайк. Это было хорошо. Давайте навестим нашего первого выпускника. Так, если ты у нас смотришь канал, то отзовись. Смотрите, ух ты, прикольно. Что это такое? Сокровенный диплом. Прикольно. Выглядит зачетно. Так, что у нас здесь? А, замок. Ага, он не состоит в клане, что ли? Так. Ну, только один остров, я так понимаю. Да, вот второй. Два острова. Два острова уже есть. Там строится легендарное жилище. Ну, лайк понемножечку развивается. Вот новогодняя елочка у него есть. Вот здесь гнездовье стоит. Так что пожелаем удачи лайку. И возвращаемся обратно. Ура! Станьте наставником 10 учеников и откройте дракона профессор. Хм, интересно. Чё, может... Будем пробовать. Неужто, смотрите, сколько у нас учеников. Ничего себе, учеников развелось после Нового года. Ну, ничего себе. Ну, правда, как говорится, один из 100 только доживает до окончания выпуска. Так, ну а мы что? Давайте мы заглянем в осколочки, посмотрим, что у меня тут есть по нашим любимым осколкам. Вот так, вот так, вот так, да? И по божественным. По божественным вот так. Да, ну очков жутко не хватает. Так, ладно, помчались давайте мы на колдовскую арену. Вот такой вот у нас здесь и противник. У меня стоит здесь факел, мой сильнейший дракошка. Вроде как. Так, и давайте будем атаковать. Так, 55-й. А мы 54-й. Мы даже на один уровень мощнее, так сказать. Ладно, щит давайте поставим. Щит надежный. Да, кстати, мы бы его не пробили за один удар. То есть обычное усиление огня всего лишь двукратный нам дает урон, по-моему. Да, двукратный, это не прикольно. Тут у него еще кто-то посильнее. Берем редкое усиление. 26 лямчиков. Он на такое точно не рассчитывал. Так, Миха, ты что здесь делаешь? Крепкий, смотрите, какой у нас. Ах ты ж гаденыш. Добил таки нас. Так, 40-й. Сможешь? Должен. Да, отлично. А, даже так добил, ничего себе. Молодец. Малинка. Ягодка-малинка. Ух. Хороший осколочек нам попался. Так, давайте искать дальше нашего. Нашу жертву, так сказать. Так, лучший 53-й на все звезды. Так, а у меня кто здесь есть? Миха 57-й. Ну, это, в принципе, не одинаково. Что 57 на 2 звезды, что 55. То есть здесь одинаково. Но здесь у меня есть усиление помощнее. Вроде как. А хотя не, Ю, это слабовато будет. Так, у меня со щитами беда, да? Так, а что у меня? Тень. Есть тень у меня усиление. Тени. Ну, давайте попробуем пободаться. Так, это и есть лучший защитник? Блин, черт. Забыл взять одного дракона.
Да, это и был лучший защитник. Давайте мы сейчас его завалим. Вот так вот. Тигр, давай, я в тебя верю. Ты будешь ведьма, ведьма. Ничего себе. Вот так. 34 ляма, это было больно. Так, здесь обойдемся и так. Вообще не почувствовали. 53-й. Ну, то есть это примерно такой же уровень, как у нас. Так, сколько? 60%. Выживем, нет? Выживем. Ого! А мы-то бьем больно. Разница была всего лишь в 2 уровня. 48-й. Так, разберем. Гермесик, да, мне бы такого дракончика. Я бы его прокачал. И 49-й. Должны и так справиться. Фух. Так, 2 ключика. Ну, давайте искать дальше. Вот это точно нам подходит. Может, даже листик туда... Листик пойдет. Вот листик... А, я качнул листик. У меня уже листик 51 уровня. Он уже у нас не слабенький. У нас уже вполне себе годный дракончик. Не выдержал, да? Взял и качнул его. И сюда нам нужно взять зелень. Зелень. 50. Ну, да, пойдем. Его самый сильный противник слабее нашего дракончика. Потому все должно быть отлично. Вот 50-й, это его сильнейший противник. Возьмем. Что возьмем? Давайте щит возьмем. Звездная пыль. Хороший дракончик. Так, ну теперь с листиком 51 уровня мы, в принципе, уверенно можем 4 битвы проходить. Вот жаль, что в этой битве нельзя вот класснуть на дракона противника и не посмотреть, как бы, что это за дракон. Это было бы интересно. Как-то встречаешь неизвестных драконов. О, мы уже еще 2 кусочка таких хороших собрали, это хорошо. 3 из 5, но, к сожалению, 5 мы не получим. Мы еще сможем взять только вот Миху, да? Ю-ю-ю-ю-ю. Так. О, лучший защитник, это вообще легкотня. Прикольный дракончик. Китаец. Блин, ну то хочу посмотреть, как его... Забыл, как его зовут. Я бы посмотрел, но нам не дают. У него меч на конце хвостика был. Это... Он был Ронин. Ронин это самурай, у которого погиб хозяин, которого не смог защитить самурай. Он становится безродным Ронином. Дымочек. Так, волчонок. И кто последний стоит на нашем пути? Анубис. Ну да, чуть-чуть нам не хватило. Еще буквально одной битвы, чтобы и сундук открыть. Военный, боевой, или как там его. О, ну мы перешли в 1000. А, набрали мы 1000, все отлично. Все шикарно. Лучший защитник 51. Но на все звезды. Мы чё, странно, но минус 14. Мы бы его, в принципе, смогли одолеть. Ну, смотрите, через 22 минуты освободится листик.
Почему листик так быстро освобождается? Это зависит от того, сколько он урона получил. Ладно. И давайте, куда мы заглянем? Давайте заглянем. У меня, кстати, вот часто начали появляться вот эти, по-моему, ржавые воды драконы. Так, и на карту давайте мы там попробуем подчистить наши двухзвездочные всякие там косячки, да? Например, вот этот. Так, изумрудный дракон. Выживет гаденыш такой. Не больно. Высоси из него всю жизнь. О, вот, смотрите, нормалек. Отлично, мы справились с вами на 3 звездочки. Вот так вот потихонечку будем, будем мы зачищать. Давайте еще проведем один хороший бой за свиточек. Прикольный песчаный замок. Симпатичный дракон. И это какой-то такой плюшевый динозаврик. Хочу себе такого дракончика. Так, ну, в общем-то, вот так вот, ребятки. Так что пошел я готовиться к стримчику по Jurassic World The Game. До скорых встреч.